нормально так решили подойти. Это основная цель была — показать детям дом, где я жил, школу, где я учился. Ну, соответственно, гулять пошли сперва по паркам, все-таки приехали в Царское Село. Пошли обратно, идем, все хорошо. А давайте перекусим. Зашли, перекусили в кафешку. Выходим наружу. А он как лить начал. И вот уже идем столько времени, вот сейчас начал стихать. Под зонтами. Я чувствую, у меня ножки мокрые. А мы как бы далеко от места проживания. Дети тоже, наверное, с мокрыми ногами. Далеко не уедешь в таком виде. А что делать? Вот такая она местная погода. До моего дома осталось минут 7 пешком, 10 максимум. Можно было, конечно, поехать, но хотели посмотреть город. Вот это вот бульвар Алексея Толстого. А вот в этой девятиэтажке жил его брат Алексей Толстой, по-моему, звали. Там вон табличка где-то есть. Родной брат Алексея Толстого. Ну что, дойдем, я думаю.